О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Европейский призыв. Брюссель настаивает на освобождении Сенцова и других политзаключенных, что в резолюции. Медики на улице, пациенты без помощи. Как в столице реформируют крупнейшую медсанчасть? Разочек можно. Дональду Трампу 72. Как празднуют и почему взял отгул в день рождения? Трагическая дата в новейшей истории Украины. 4 года назад в небе над Луганском сбили военно-транспортный Ил-76. Борт должен был доставить десантников для защиты аэропорта. Тогда погибли 49 человек. Подробности расскажет Сергей Бордюжа. На предельно малой высоте Ил-76 пролетает над могилами погибших летчиков в Мелитополе. Именно отсюда борт с номером 76777 отправился на задание в Луганск. 14 июня 2014 он был сбит боевиками в небе над захваченным Луганском. Погибли 40 десантников и 9 членов экипажа. Понадобилась срочная переброска продовольствия, питания, вооружения, людей. Единственный уголок, оставшийся под Луганском, это был аэропорт, в котором не существовало никаких подходов, кроме воздушного моста. В руках у Валентины Санжаровис фотографии и документы сына. Весной 2014-го Артем был одним из первых добровольцев. Попал в 25-ю воздушно-десантную бригаду. Той ночью он вместе с товарищами был на борту Ила. А вот это телефон, с которым он погиб. В этом телефоне осталась моя сим-карточка целая. И они увидели, что написано «мама», и позвонили мне. Организаторы теракта – лидеры так называемой ЛНР – Плотницкий, Патрушев, Гуреев. А вот исполнители, по данным СБУ, наемники из частной военной компании «Вагнера». Мы имеем позывные, мы имеем номеры паспортов, мы имеем особистые номеры, мы имеем данные про места проживания. И деятельности каждого из них будет надаваться правовая оценка в рамках криминальных проваджений. Но пока на скамье подсудимых только бывший зам руководителя антитеррористической операции Виктор Назаров. В прошлом году его признали виновным в служебной халатности. Приговор – 7 лет лишения свободы. Но за решетку он так и не попал. Подал апелляцию. Все это время генерал Назаров находится на своей должности, получает за соответствующую зарплату, получает соответствующие льготы, как участник боевых действий. И чувствует себя довольно-таки хорошо по сравнению с родственниками погибших ребят. Когда рассмотрят апелляцию, неясно. Пока проводятся новые экспертизы. Также суд удовлетворил 39 исков родных погибших к Минобороны о возмещении морального ущерба. Общая сумма – 19,5 миллионов гривен. 500 тысяч по каждому иску. Сергей Бордюжа, Елена Миндалюк, Игорь Воробий, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал «Интер». Сейчас, а не через неделю. Украинский омбудсмен Людмила Денисова настаивает на встрече с Олегом Сенцовым в кратчайшие сроки. На официальном сайте уполномоченного по правам человека сказано, что точная дата визита в Салехард, где содержит режиссера, до сих пор неизвестна. Напомню, омбудсмен прибыла в Москву сегодня ночью. Российская сторона предлагает навестить Сенцова только после 22 июня. В поддержку Олега Сенцова сегодня выступил Европарламент. Депутаты приняли резолюцию, таким образом решили напомнить миру о заключенном в России украинском режиссере. Что написано в документе, расскажет Елена Абрамович. Выразить солидарность с Сенцовым, еще раз осудить оккупацию Крыма и призвать европейских лидеров во время встреч с российским президентом поднимать вопрос политических заключенных. Такова основная цель резолюции, которую евродепутаты проголосовали сегодня. Мы требуем немедленного и безусловного освобождения Сенцова и других осужденных за политические взгляды страной, которая не имеет легитимного права в отношении этих лиц. Это представители гражданского общества, которых осудили за их преданность и любовь к своей стране. Это не только Олег Сенцов, но и десятки других. Мы поднимаемся на их защиту, потому что речь идет также и о нарушении Женевской конвенции. Олега Сенцова осудили на 20 лет по подозрению в терроризме на основании показаний, полученных в результате пыток, говорится в резолюции Европарламента. Он голодает уже 31 день, требуя не только своего освобождения, но и возвращения в Украину всех соотечественников, которые осуждены в России по политическим делам, отметили депутаты.
Этот всплеск репрессий связывают еще и с тем фактом, что Россия проигрывает большинство дел в Европейском суде по правам человека. Мы призываем Россию уважать права человека и во время заключения судить честно, предоставлять доступ к адвокатам и врачам. Обычно во время дебатов на украинскую тему несколько депутатов-евроскептиков высказываются против и не поддерживают подобные резолюции. На этот раз никто не возражал. Все выступления были только в поддержку Сенцова. Сам режиссер в прошлую пятницу попал в реанимацию, но, несмотря на это, голодание не прекратил. Елена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». 10 обстрелов с начала суток. Атаки боевиков на Донбассе не ослабевают. Противник открывает огонь из тяжелых орудий практически по всей линии соприкосновения. Украинским армейцам приходится стрелять в ответ. Тем временем Донецкая область осталась без руководителя. Вчера, напомню, Кабмин одобрил отставку Павла Жебривского. Несмотря на это, проекты помощи местному населению выполняются. Так сегодня, например, в Краматорск, а также Северодонецк, прибыл настоящий гуманитарный конвой из Беларуси. Стоимость груза 80 тысяч долларов. Что в грузовиках, знают наши корреспонденты. На площади перед Донецкой облгосадминистрацией автофургон из Беларуси. Это гуманитарная помощь официального Минска жителям Донбасса. Ее привозят в Северодонецк и Краматорск уже во второй раз по согласованию президентов обеих стран. Республика Беларусь поддерживает народ Украины в столь трудное время. Поэтому разрешите мне выполнить эту приятную миссию. Самый приятный подарок это почувствуют дети 1 сентября, когда пойдут в школу. А мы, в свою очередь, желаем вам мира, добра и процветания. Удачи вам. Фургон не открывают, груз еще не растаможен. Чиновники говорят, там не только белорусские продукты, но и 200 комплектов парт и стульев для школьников, а еще 50 холодильников. За результатами доповеди донечан за 2 роки відбудовано и відремонтовано 30 шкіл. Я хотів би подякувати братньому білоруському народу за ту неоцінену допомогу, яку Республіка Білорусь здійснює, і я сподіваюся, буде здійснювати для того, щоб ми, Україна і Донецька область, зокрема, могла якнайшвидше подолати наслідки агресії Російської Федерації. Еще одним рейсом гуманитарные продукты отправятся жителям оккупированной территории Донбасса. Белорусские чиновники уверяют, все легально через международную организацию Красного Креста. А вот в отношении нелегальных перевозок Национальная гвардия применяет так называемую практику мобильных блокпостов. 2 броневика неожиданно перекрывают неприметные дороги, перехватывают контрабанду и блокируют перевозку оружия террористам. У цілях раптовості та неочікуваності місце розташування мобільного блокпосту постійно міняється за рішенням командира військової частини. Непосередньо він несе службу не більше 2 годин на одному місці і потім вже передвигається на второе, щоб неожиданно виставитися там. Стационарные бетонные блокпосты постепенно отживают свое. В течение месяца здесь их закрыли более 10. Боевики и преступники уже хорошо осведомлены о них. Геннадий Вивденко, Даниэль Косаковский, Анатолий Воробей. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области. В условиях военного конфликта Украина реформирует медицину по стандартам НАТО. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Сегодня, во Всемирный день донора крови, он встретился с гражданскими и военными медиками в Мариинском дворце. За заслуги перед государством врачи получили награды от президента. Порошенко отметил, что перезагрузка военной и сельской медицины – одна из первоочередных государственных задач. Яку велику ціну Україна заплатила за те, що в попередні роки руйнувалася армія і військова медицина. Зараз ми її будуємо за стандартами НАТО. До 93% поранених бійців зараз, після отримання високоякісної медичної допомоги, за що я хочу подякувати як військовим, так і цивільним медикам, 93% воїнів повертається до строю. Порівняйте з іншими країнами світу. Це дійсно один із найкращих в світі показників.
Гуманитарно-логистический центр на Донбассе местная власть превратила в коррупционный перевалочный центр. Из-за этого он не работает уже месяц. Так на своей странице в Фейсбуке написал замминистра по делам временно оккупированных территорий. Георгий Тука также сообщил, что ему стыдно просить помощь за границей на то, что вполне может профинансировать украинское государство. И приводит примеры. Деньги приходится искать даже на пленку для КПП и обустройство там туалетов. О Донбассе сегодня говорили в Европарламенте, обсуждали урегулирование конфликта и прекращение огня. Нардеп от оппозиционного блока Александр Вилкул подчеркнул, что путь к миру на востоке Украины лежит исключительно в дипломатической плоскости. Говорили также о повышении градуса радикализма в обществе и давлении со стороны власти на оппозицию. В Европарламенте уверяют, за ситуацией в Украине тщательно следят. Европарламент реально контролирует ситуацию, связанную с давлением и уголовным преследованием оппозиции в Украине. По приглашению евродепутатов из очень разных фракций мы сегодня провели здесь, в Европарламенте, в Страсбурге, очень большую дискуссию. Они не могут понять, как с одной стороны наша власть рассказывает уже пятый год про торжество демократии в Украине, а с другой стороны, как они могут поддерживать ультрарадикальные организации, оказывать давление на СМИ. Было очень приятно видеть, как многие члены Европарламента встречались с Александром Вилкулом здесь, в Страсбурге, в сердце Европейского Союза, чтобы услышать его мнение о происходящем сейчас в Украине, о конфликте, о том, чего он надеется достичь и что хотелось бы сделать для решения этой проблемы. День рождения президента. Дональд Трамп сегодня взял на работе отгул. Ему исполнилось 72 года, и глава государства решил отпраздновать дату в кругу семьи. Как отмечать будет и какого подарка ждет, выяснил Дмитрий Анопченко. В расписании президента на сегодня записано, никаких публичных мероприятий нет. Что и понятно, даже у политиков такого уровня есть право на личную жизнь. Тем более, что и цифра впечатляющая. Дональду Трампу 72 года. Он стал самым пожилым человеком, которого когда-либо в истории Америки избирали главой государства. Раньше в день рождения президента в Вашингтон обычно звонили с поздравлениями из европейских столиц. Но после публичного конфликта с союзниками в Квебеке ни Мэй, ни Меркель, ни Трюдо, скорее всего, звонить не захотят. Наверняка делаются телеграммой. Да и сам Трамп не захочет от них ни слов, ни подарков. Его предшественникам на день рождения преподносили самые невероятные презенты. Рузвельту как-то прислали зебру и льва из Эфиопии. Никсону китайцы панду подарили. Бушу из Аргентины передали 140 килограммов сырой баранины. Но сейчас все по-другому. В день рождения Трампа сделали два подарка и весьма своеобразных. Во-первых, к этой дате приурочили публикацию документов расследования по делу Клинтон. Когда, помните, в бытность госсекретарем она использовала частный сервер для деловой переписки. И многие имейлы были стерты. Для Трампа это важная тема, он использовал ее в ходе предвыборной кампании. Но, во-вторых, на полном серьезе появились заявления о необходимости выдвинуть президента Трампа на Нобелевскую премию мира. Даже близкий к Обаме экс-посол Майкл Макфол написал, если с разоружением Кореи все сложится, сам напишет письмо в Нобелевский комитет. Чем вызвал шквал критики, вынужден был оговориться, мол, считает успех переговоров с Кимом маловероятным. Но сам факт таких разговоров отличный презент Трампу. Ведь он, по словам людей, знакомых с ним лично, человек самолюбивый и нуждающийся в признании. А еще сердце именинника явно растаяло от слов любимой дочери. Иванка Трамп с самого утра поздравила отца, вывесив детскую фотографию и написав теплые слова. Ведь когда ты миллиардер, да еще и президент, в день рождения вместо дорогих подарков иногда достаточно просто признания. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Годовщина Grenfell Tower. В Лондоне вспоминают погибших при пожаре высотного жилого дома. Спустя год после трагедии виновные до сих пор не названы. С подробностями из Лондона Светлана Чернецкая. В 72 секунды молчания в память о 72 погибших. В Великобритании вспоминают жертв самого масштабного пожара в Лондоне со времен Второй мировой. Минутой молчания почтили королева Елизавета II и супруга принца Гарри Меган Маркл, депутаты парламента, сотрудники пожарной службы и, конечно же, те, кому удалось выжить той страшной ночью.
Запад Лондона сегодня запестрел зеленым. Этот цвет стал символом Гренфелл Тауэр, 24-этажного здания в одном из самых богатых районов Лондона – Челси и Кенсингтон. Оно было домом для 600 человек, в большинстве из малообеспеченных семей, выходцев из Африки и Ближнего Востока. Панихида по погибшим началась еще ночью. Ровно в 00:54 Гренфелл Тауэр и еще 12 зданий подсветили зеленым цветом. Именно в это время, ровно год назад, на пульт чрезвычайных служб поступил первый звонок о возгорании в высотке. Основной вопрос, которому посвящена наша работа, каким образом в Лондоне в 2017 году бытовой пожар распространился так быстро и легко, что поглотил всю многоэтажку. Возгорание произошло в квартире на 4-м этаже. Пламя распространилось очень быстро. Людям пришлось выпрыгивать из окон. Огонь забрал жизни целых семей. Это наша маленькая звездочка, Логан Гомес. Мы так ждали его появления. Он выглядел таким умиротворенным, будто бы спал, как все новорожденные. Наши сердца разбились в тот момент. Публичное расследование вскрыло целый ворох проблем этого здания. Оказалось, почти все противопожарные системы не работали. А внешняя облицовка строения не сдерживала огонь, а наоборот, способствовала его распространению. Нам советовали оставаться в квартирах, потому что думали, здание оборудовано противопожарными системами, и огонь удастся быстро потушить. Сколько людей можно было бы спасти, если бы они, как я, не послушали пожарных и покинули квартиры? Без крыши над головой тогда осталось 158 семей. Многие до сих пор живут в отелях и временных квартирах. Скотланд-Ярд начал уголовное расследование, но обвинения пока никому не предъявлены. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий с группой народных депутатов посетили Лондон. Встретились с британскими парламентариями, а также министром вооруженных сил и министром по вопросам Европы и Северной Америки. Среди прочего поднимали вопрос об упрощении визового режима. С двухдневным визитом в британской столице побывал и нардеп Сергей Рудик. Накануне с членами британского парламента он обсудил ряд законопроектов и вопросы инфраструктуры. А сегодня нардеп провел встречи в нескольких министерствах. Поднимали также вопрос международного сотрудничества. Перше, що в мене склалось враження, що в Англії живуть люди, які і співчувають, і підтримують Україну. На всіх рівнях, з ким ми зустрічалися, кругом я чув слова підтримки українському народу в боротьбі з російською агресією. Ми так само намагалися в різних форматах говорити про підтримку Великобританії в небудівництві Північного потоку. Два, ми говорили про спрощення віз для українців, які хочуть відвідати Великобританію. Як не дивно, чи на щастя, я не знаю, як це показати, але нам подякували три лорда з палати лордів їхнього парламенту за чудову організацію фіналу Ліги чемпіонів в Києві. Закон об антикоррупционном суде вступил в силу. Его текст в Высший совет правосудия сегодня направил президент Петр Порошенко. Об этом глава государства написал в своем твиттере. Напомню, закон о создании нового суда парламент принял 7 июня. За документ проголосовали 315 депутатов. Шведский суд приостановил решение стокгольмского арбитража по спору «Нафтогаза» и «Газпрома», за которое глава НАК Андрей Коболев уже получил премию. Российский монополист заявил, что апелляционный суд округа Свеа согласился с доводами «Газпрома». Новое решение лишает «Нафтогаз» оснований для ареста активов «Газпрома» за рубежом, и оно не может быть обжаловано. В украинской компании заявили, что дальнейшие действия НАКа по процедуре взыскания более 2,5 миллиардов долларов с «Газпрома» приостановлены временно. Вернуть миллионные премии в госказну потребовала от руководителей «Нафтогаза» нардеп Сергей Каплин. На своей странице в Фейсбуке парламентарий заявил, что руководство компании-монополиста Андрей Коболев и Юрий Ветренко на двоих получили около 14 миллионов надбавки. И еще 24 миллиона долларов разделили между 40 сотрудниками компании. По словам Каплина, Коболев свою премию на днях забрал из-за счет банка. Глава «Нафтогаза» решил помочь своей семье. Премию он перевел в доллары и 800 тысяч зеленых положил на счет матери. Кілька тижнів тому я попереджав, що ця премія,
Це спосіб украсти гроші у простих українців. Уявіть собі, майже 50 мільйонів доларів, 1,5 мільярда гривень, які б могли піти на пенсії військовим пенсіонерам, на субсидії українським громадянам, на зарплати простим українцям. Я вимагаю негайно повернути гроші до Пенсійного фонду України і роздати його пенсіонерам, роздати військовим, роздати ці гроші дітям, інвалідам, роздати ці гроші тим, хто найнезахищеніший, хто в цьому сьогодні реально нужденний. Масштабно и жестко. Премьер-министр Украины настаивает на тщательной проверке деятельности антимонопольного комитета. Об этом Владимир Гройсман заявил на встрече с председателем Государственной аудиторской службы Лидией Гавриловой. Поводом для такого заявления стали многочисленные жалобы на комитет. В частности, относительно блокирования государственных закупок. Поэтому Кабмин распорядился провести аудит АМКУ. Фактично, недосконалість або можливості недобросовісно виконувати закон, в деяких випадках використовується антимонопольним комітетом для того, щоб не створювати конкуренцію, а навпаки, робити державні закупівлі або неможливими, або блокувати їх по всій країні, що призводить до неефективності використання бюджетних коштів. Для того, щоб ми чітко розібралися, яка ситуація в антимонопольному комітеті, хто гальмує такі процеси, хто сприяє неефективним діям. І далі потрібно буде підготувати публічний звіт. Максимально прозоро, максимально конструктивно, принципово підійдемо до виконання цього доручення. Обов'язково підготуємо матеріали, аудиторський звіт. Более 90 миллиардов гривен выплат за последние 4 года получили украинцы, чьи вклады сгорели в банках-банкротах. Об этом заявляют в фонде гарантирования вкладов. Сейчас фонд активно распродает имущество лопнувших финучреждений, чтобы вернуть деньги и тем, чьи вклады превышают гарантированную сумму в 200 тысяч гривен. Когда и кто может рассчитывать на получение выплат, узнаете из нашего материала. За последние 4 года в Украине обанкротились более 90 банков. Одни не пережили рост курса, другие лопнули по вине недобросовестных владельцев. Теперь управляет этими банками фонд гарантирования вкладов. Каждому вкладчику лопнувшего финучреждения в течение 20 дней здесь возвращают гарантированную сумму 200 тысяч гривен. Это гарантирует закон. Чтобы вернуть деньги и тем, чьи вклады больше, фонд продает имущество банков-должников. Единственный источник погашения кредиторам средств – это продажа активов банка. Продажа либо погашение. Учитывая, что 98% до 100% всех кредитов, которыми управляет фонд гарантирования, они есть глубоко просроченными и проблемными, то, по сути дела, основной источник возврата средств – это продажа кредитов, продажа прав требований. Вкладчики, чьи депозиты не превышают 200 тысяч гривен, сразу же получили свои выплаты, говорят в фонде. Это более 90 миллиардов гривен. Главная проблема возврата денег клиентам банков, чьи депозиты превышают гарантированную сумму – недобросовестные заемщики. Часто имущество, под которое на бумаге выдавались кредиты, в реальности стоит в десятки, а то и сотни раз меньше. 400 миллиардов от этих кредитов – это так называемые кредиты под фейковые залоги. Например, Брокбизнесбанк – 12 миллиардов портфеля. Обеспеченный залогом под этим портфелем находится газ в трубах, который оформлялся в залог до 2014 года. Когда же мы приехали на осмотр залога, мы встретили остатки от базы, где сидит дедушка, собака и небольшая бочка. Вот это вот, собственно, все, что лежит под этим залогом. 12 миллиардов гривен. Да, безусловно, вопрос к тому, куда смотрел надзор и куда смотрели органы, когда такие кредиты выдавались. Чтобы открыто продавать даже самые проблемные залоги, еще 2 года назад в фонде разработали систему онлайн-торгов «Прозоро». Трехкомнатная квартира, земельная делянка, творчая мастерня, что угодно. Автомобили, квартиры, базы отдыха, заводы и даже целые стадионы. В этой системе тысячи лотов. Это залоги, под которые в банках брали кредиты. Теперь купить их может каждый, и фирма, и обычные украинцы. Достаточно просто зарегистрироваться на одном из 40 сайтов в интернете. Например, трехкомнатную квартиру можно посмотреть. Вот она тут. Харьковская область, Харьковский район, Докучаевский мир, 203 тысячи гривен, стартовая. Алексей Соболев, руководитель проекта «Прозоро продажи». За прошлые 2 года из этого небольшого офиса в старом здании в центре столицы здесь помогли продать имущество банков более чем на 8 миллиардов гривен.
Была проблема, это механизм выбора, кому же аукциона самого, какому бизнесмену отдать, по какой цене этот кредит. И когда не до конца прозрачное вот это проведение аукциона, то возникали проблемы, да, что аукционы не осуществлялись, отменялись и так дальше. К нам обратился фонд гарантированных вкладов для того, чтобы помогли решить проблему продажи. Да, и мы построили там систему, которая отмечена международными наградами, которая очень прозрачна, легко доступно продает активы через электронные аукционы. Общая сумма активов ликвидируемых банков на бумаге более 500 миллиардов гривен, говорят в фонде гарантирования вкладов. Однако их независимая оценка не превышает и 90 миллиардов. А реальную стоимость определяют уже аукционы. Сейчас онлайн более 4000 лотов, за которые уже в этом году рассчитывают выручить более 12 миллиардов гривен. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Иностранные заказчики возвращаются в Украину. Сегодня впервые за несколько лет в Херсонской верфи начали строительство судна. Заказчик – голландская компания о надеждах одной из самых депрессивных отраслей украинской промышленности в следующем материале. Закладка вот этой таблички – своеобразный ритуал для корабелов. С этого момента начинается строительство судна. Для херсонского судностроительного это значимое событие. Ведь долгое время предприятие занималось преимущественно ремонтом и практически ничего нового не создавало. Совсем недавно компании Smart Maritime Group, в состав которой входят херсонские и николаевские судностроительные предприятия, заключила контракт с голландской компанией «Века». Цена вопроса – свыше 145 миллионов гривен. Тот контракт, который мы заключили, это большая победа для украинского судостроения, потому что после 2013 года у нас на наших двух заводах абсолютно все иностранные заказчики покинули, к сожалению, Украину. И за последние 5 лет это первый заказ иностранный заказчик компании «Века», которая к нам вернулась. Конечно, у нас надежда на то, что за этим заказчиком потянутся остальные. Согласно контракту, украинская и голландская компании построят 2 танкера для перевозки опасных химических веществ. Это не первый их проект. «Века» и Smart Maritime Group сотрудничают 10 лет. Корпус для танкера «Невада» создадут на Херсонской верфи, а «Небраска» в Николаеве. На херсонском судностроительном говорят, привлечь иностранных инвесторов смогли благодаря профессионализму своих специалистов. Еще одним фактором стало выгодное расположение заводов. В прошлом у нас были хорошие взаимоотношения. Собственно, это основная причина, почему мы продолжаем работать с этим заводом. Возрождать украинское судостроение, в частности, и промышленность в целом – одна из главных задач власти. В этом уверен народный депутат Вадим Новинский. Сегодня он принял участие в закладке танкера. После пообщался с рабочими предприятия. Он уверен, государство обязано поддерживать отечественных производителей. Когда-то украинское судостроение было одной из лучших в мире. Чтобы навернуть эти позиции, нам необходимо принять такое законодательство по поддержке отечественного судостроения, которое бы соответствовало лучшим мировым стандартам. Вот надо взять образцы Южной Кореи, Японии, Китая. Там везде есть поддержка судостроения. Это базовые отрасли в этих странах. Появление такого крупного заказа выгодно для Херсона, уверены местные власти. Это поможет трудоустроить людей и прекратить отток высококвалифицированных кадров за границу. Закончить корпус танкера химовоза в Херсоне планируют менее чем за год. Марина Михайловская, Сергей Ермаков. Подробности телеканал Интер. Херсон. Спасти Шаровку, уникальный дворцово-парковый комплекс под Харьковом, можно. Деньги уже выделили из областного бюджета, нашлись и спонсоры. Больше о спасении архитектурной жемчужины расскажут наши корреспонденты. Уникальные залы с мраморными каминами, лепниной, росписями и резьбой по темному дубу. Шаровский дворец пережил не одну зиму с протекающей крышей. Усадьба 19 века требует срочного ремонта. В первую очередь, конечно, нам надо восстановить и отремонтировать крышу. И очень, конечно, требует ремонта террасная группа. Сегодня в Шаровку приехала делегация с хорошими новостями. Областные власти нашли деньги, чтобы начать реставрацию, и инвестора. Выделено финансирование из областного бюджета до 3 миллионов гривен. Приняли на сессию областной рады программу щодо збереження культурной спадщини, яка надає нам можливість виділяти фінансування из областного бюджета, також залучати міжнародну допомогу. І сьогодні разом із компанією БАСФ, а також організацією «Знайдено в Україні», ми організовуємо роботу і вже
нашли финансирование щодо першочергових робіт. Искать спонсоров помогали активисты. Лала Тарапакина объехала всю Украину и создала реестр умирающих дворцов. Говорит, у Шаровки есть шанс стать новой туристической меккой. Фактически именно в Шаровке началась электрификация слабожанщины, и все вот чудеса научно-технического прогресса, они были и именно отсюда берут свои корни. Помочь Шаровке решила немецкая компания. Владельцем усадьбы когда-то был немец, сахарозаводчик Леопольд Кёниг. Свой новый продукт, удобрение для подсолнуха, компания назвала «Архитект». Часть денег от его продажи и пойдет на восстановление. Поэтому было принято решение, что 25 гривен с каждого литра проданного этого продукта будет идти как раз на эту инициативу по реконструкции данного здания. Мы сейчас говорим о инвестициях, скажем, в районе 120-130 тысяч долларов. К реставрационным работам привлекут украинских специалистов. Специалисты есть, они сбережены, школа таких реставраторов, архитекторов, реставраторов також есть. Я думаю, что спокойно можно будет замовлять такие реставрационные работы и проектные работы в Киеве. Специалисты выезжают на места. Каждые выходные в Шаровке бывает более полутысячи человек. В восстановленный дворцовый комплекс должно прийти еще больше. А это значит, появятся новые рабочие места. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область. В Днепропетровской области стратегический объект, Аульскую хлорпереливную станцию, передали в частные руки. Общественные активисты вышли на митинги, призывая вернуть предприятие государству. Говорят, если этого не сделать, то это приведет к техногенной катастрофе. Аульская станция, единственная в Украине, обеспечивает жидким хлором водоканалы и очистные предприятия по всей стране. В 2011 году компанией-монополистом заинтересовались бизнесмены. Тогда же Днепропетровский облсовет отдал имущественный комплекс частной фирме в аренду на 49 лет. И сейчас это частная собственность. Активисты общественной организации «Стоп коррупции» попытались попасть на территорию, но дальше ворот их не пустили. Заборонено снимать. Какое-то керівництво. После того, как ворота станции закрылись от ненужных глаз, ни экологи, ни эпидемиологи не могут контролировать безопасность работ, утверждают активисты. А значит, существует серьезная опасность техногенной катастрофы и угроза для жизни людей. Люди должны знать розголос, яка міна, яка бомба у повільненої дії знаходиться в аулах в Криничанському районі. Да? Отам в низині хлор, жовтий газ. Він стелиться по землі, задуха, ядуха, блювота, і людина помирає. Журналісти «Стоп корупції» провели своє розслідування. Оказалось, віддав комунальне підприємство «Монополіст» учасникам, государство втрачає в рік около 50 мільйонів гривень. Ми встановили, що пан Олійник, а також його помічник, скажем так, пан Безус, мають відношення до переоформлення, а також до передачі в приватну власність безпосередньо Аульської хлорпереливної станції. Пан Олійник, який мав би сказати, що да, дійсно, давайте її повертати назад до держави, він заперечив це і відмовив. У зв'язку з цим ми бачимо пряму зацікавленість. Призвати чиновників к ответу активісти прийшли к зданию облсовета, но к ним ніхто не вийшов. Ми хочемо добитися того, щоб цю станцію вернули в государство, і щоб государство отримало доход далі, а також контроль над цією станцією. Нам також стало відомо, що хлор почали передавати в ДНР і ЛНР. Ми пытались связаться з першим замом голови облсовета Святославом Олейником по телефону, но за три дня на связь он так и не вышел. Дозвониться нам удалось начальнику управления ЖКХ Валентину Безусу. Тот уверяет, будучи в коммунальной собственности, предприятие больших доходов не приносило. Водоканалы переходят на другие, более современные системы очистки воды, и хлор используют реже. А вот от аренды есть прибыль. Поточный остальный платеж с урахуванием индекса инфляции 61 тысяча там 6 гривен. Тобто порядка 61 тисячі гривень – це поточні неагальні платежі на місяць. Результати своєго розслідування активісти вже передали в НАБУ. Вмішатися в ситуацію і повернути стратегічне підприємство в госсобственність просять також обласну прокуратуру і СБУ. Константин Редін, В'ячеслав Нікіфоров. Подробності телеканал «Інтер». Медицина не для всех. 25 тысяч киевлян вскоре могут остаться без врачебной помощи. Все благодаря очередной оптимизации Минздрава. Его руководство решило закрыть одну из крупнейших медико-санитарных частей столицы, а персонал уволить. Сегодня медики вышли на митинг. Даниил Снисарь расскажет подробности.
Медсанчасть номер 18 начала свою работу в 1986 году. Теперь, спустя 32 года, в Минздравоохранении решили провести так называемую реорганизацию и уволить более 200 медицинских сотрудников без объяснения причин. Эта больница обслуживает сразу несколько районов Киева, в том числе крупные предприятия торговли и питания. В общем, почти 25 тысяч пациентов. Стоп, ликвидация! Стоп, ликвидация! Сегодня сотрудники медсанчасти собрались возле здания небольшой республиканской клиники. Сюда, на новые рабочие места, руководство Минздрава обещало перевести всех работников 18-й больницы. Когда вышел наказ 781, подписанный Ульяной Супрун, де було указано, що нас реорганізують і трудоустроюють в цю клініку. А вчора прийшло кожному попередження, де указано, що всі звільняються і всіх на біржу. От, от їхні закони, от їхні рейдерські такі... методы работы. Это уже пятая акция протеста медиков. А получить какие-либо объяснения от министерства врачи пытаются третий месяц, но безуспешно. Причину МОЗ не пояснює. Мы записывались до Супрун на прием. Вона прием не веде особисто. 18-я медсанчасть – одно из немногих медучреждений Киева, которые приносят доход в госбюджет. Медики подозревают, на здание больницы положил глаз кто-то из чиновников. Перш за все, им потрібна будівля. Люди, простий люд. И эти 25 тысяч, мы люди прості. И эти 25 тысяч людей, простого люду, який потребуется в нашей допомозі, вони нікому не потрібні. Ні уряду, ні державі. Ми даємо користь державі, тим паче, що ми сплачуємо податки десь близько двох, навіть більше двох мільйонів. Врачи говорят, после того, как эта ситуация получила огласку, Минздрав начал действовать радикально. Шантажируют сотрудников невыплатой зарплаты и увольнением. Була перерахована зарплата мізерна. Лікарі получили по 200-300 гривен. Що це за країна? Що це за зарплати? Ви розумієте, що люди всі на взводі. Головний лікар, начмед, яких головний бухгалтер, яких звільняють по статті. За що? За те, що людина бореться за своє право працювати? Чи Конституція України не є законом, який дає нам право на працю? В ближайші дні медперсонал планує предпринять попытку в последний раз достучаться к недоступним руководителям Минздрава. Если их не услышат, люди готовы к масштабным митингам, в том числе будут перекрывать центральные дороги Киева. Персонал 18-й медсанчасти уже готовит иск против чиновников. Даниил Снисар, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер. Новые подробности смерти Ольги Ивановой. Женщина умерла в столичном роддоме на Красном хуторе во время родов. Ребенка удалось спасти, но родственники в шоке. За день до этого беременная была вполне здоровой. Кто виноват и что именно произошло, в сюжете Ксении Барвиненко. В трагедии родственники винят врачей, считают, во время операции неправильно сделали анестезию, из-за чего Ольга захлебнулась рвотными массами. Я считаю, что просто халатность врачей. Что-то они упустили. Будем выяснять. Потому что просто так человек рвотной массой задохнуться не может, я думаю. Вообще проблем со здоровьем практически не было. А во время беременности было все идеально. Врачи же утверждают, Ольга уже поступила в отделение с кровотечением. Кесарево сечение было единственным выходом. Была диагностирована дуже складна акушерская ситуация. Была проведена операция. На всі наші зусилля були спрямовані на врятування в цьому випадку життя матері і дитини. Ми змогли, на жаль, спасти тільки дитину. Жінка померла. Попередню причину, наскільки ми можемо тільки сказати, причиною смерті стала серцево-легенева недостатність, гостра. Родственники до сих пор не могут поверить в случившееся. Еще неделю назад у Ольги все анализы были в норме. Сегодня вот уже опять новое я узнала, что у нее началась отслойка плаценты. Она лежала в роддоме на сохранении. Анализы сделали полное обследование. Все хорошо. Она сказала мне лично вот в пятницу, что анализы еще лучше даже, чем были. Сейчас семья Ольги Ивановой ждет результатов экспертизы. Надеются, что она позволит выяснить настоящую причину трагедии. Ксения Барвиненко, Дмитрий Курченко. Подробности. Телеканал Интер.
Больше новостей, как всегда, на нашем сайте подробности.ua. А завтра не пропустите итоговую программу «Подробности недели» с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.